если у кого тормозит. Мы вернулись. Самый классный момент, кстати. Хакюри-кун, привет! Не надо, бяло. Так все, мы вернулись. Самый классный момент. И тут швабра. Ой, вот тут. Ну что ж, друзья, мы начинаем наш стримчик, убираем скоро начало, все чеки мы сделали, и начнем мы со стихотворения. Еще раз всем привет, друзья. Сегодня у нас Евгений стихотворение твоего тезки, Евгения Евтушенко. Стихотворение называется «Люди». Людей, неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое, свое, и нет планет, похожих на нее. И если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самой интересностью своей. У каждой свой тайный личный мир. Есть в этом мире самый лучший миг, есть в мире этом самый страшный час. Но это все немедленно для вас, для нас. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой. Все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, машины и художников холсты. Да, многому остаться суждено, но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним, грешных и земных. А что мы знали в сущности о них? Что знаем мы про братьев, про друзей? Что знаем о единственной своей? И про отца родного своего? Мы, зная все, не знаем ничего. Уходят люди, их не возвратить. Их тайные миры не возродить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать. Спасибо, друзья. Это был Евгений Евтушенко. Стихотворение «Люди». Ну что ж, мы продолжаем наш стримчик. И мы продолжаем населять наш город персонажами из Левиафана. Играет такая лайтовая музычка. Так. Да, София, тебя видно. Поздоровайся с ребятами. Привет. Вот. Всем привет, привет. Так, вот у нас. Давайте вспомним, кто где живет. Кстати, не слишком ли громко играет музыка игры по сравнению с моим голосом? Вот, с тобой все поздоровались, но София уже ушла. Итак, значит, безродный Квинси живет у нас вот тут, на отшибине.
Значит, райдеры живут у нас вот в этом небольшом домике. Это у нас дом, бывший дом Вертранов. Здесь у нас живет Баттерфлай. Так, дальше. Дальше у нас вот Торвуд живет со своей тенью в вот этом шикарном домике. И, конечно же, так, мы потеряли Юлию. Ой, Дарину. Ну вот. Надо выселить этих ребят. Лолита АВ, вот ты говоришь, что тебя лагает, а у нас дело в том, что там должна быть это настройка качества. Ты попробуй качество стрима уменьшить. Ну да, Киржакова, такое бывает, что когда ты вот Шлоу Ваджила. Так, где у нас Атарочка? Господи. Вот Лотнер. Так, и мы делали Тару. Тара у нас была мужчиной. Подождите, а куда мы Тару-то делали? Что-то, ребята, у нас с сохранением случилось. Так, тут есть Шихалк. Так, а моя библиотека. Да понял я тебя. Понял. Тара. Ребята, Тара-то не сохранилась. Ну ничего. Мы сделаем ведь ее заново, да. Вот она у нас на экране. Да, мы... Да, сейчас Лера сделаю. Я тоже согласен, что он будет потише. Так. А давайте музыку вообще выключим. Давайте. Будем без музыки. А то вот я постоянно смотрю... Что? Нет, отмена. Я постоянно стримы смотрю, и там музыка, она на самом деле мешает очень сильно. Мы же тут говорим, общаемся с людьми. Так, у Тари будет... Таро. Таро у нас мужик. Он может как-то его рандомить? А, знаете, что мы сделаем? Мы его оденем в одежду ту и нарандомим. И так мы не будем знать, как выглядит Тара. Так, я что-то не понял. А, что случилось? А, вот. А теперь рандомим. Не-не-не, давайте так, сейчас мы закроем все глаза на счет три, чтобы не читерить, только договорились? Не читерить, сейчас мы все на счет три закрываем глаза. И мы рандомим Тару, потом я нажимаю на Боба Фетта вот так вот. Готовы? Все, на счет три. Раз, два, три. Нарандомил, и теперь... О, все, я не знаю, как он будет. Я не знаю. Это Тара. Так, да, передаем привет Лизуну Андреевой от Дарьи Киржаковой. Лизе Андреевой, скорее всего. Так, Тара... И тоже Лотнер сделаем, чтобы они там не спали, не дай бог. Так, Тара у нас... Пусть будет у нас... Блин, ребят, смотрите, здесь дурной нрав, еда, знания, любовь, популярность, природа, семья, состояние, спорт, творчество. Что у нас Тара будет делать? А Элайза Ару передает привет... Любимой Дарине Киржаковой. Так она же Дарья, а не Дарина. Или Дарина и Дарья — это одно и то же. Нежность, милость. Так тут нет такого. Спорт, да, кстати. Вот, Ризл Снейк прав, да, и Лена Рейнер. И Лолита, точно, спорт, сила. Вы же абсолютно она же. А,
дальше вот у нас тут милая. Так. Конечно же, она... Господи, как тут все сложно. А вот, кстати, вы обратили внимание, что Тара очень религиозна? Вот тут есть такая вещь, как религиозность? Типа, религиозный фанатик, там, Хорус Хересикус, или как там они? Любовь, самоуважение, смени себе имя. А, сменю себе имя на Дарину, да? Теперь она Дарина. Так. Ну, давайте так, пусть она будет самоуверена, поскольку она боец у нас, да. Пусть она будет задира со всеми драться. Хотя нет, это же на нее не похоже. А я думаю, она одиночка, конечно, она же любит помолчать. А, и, соответственно, из задиры мы ее сделаем интровертом. Где тут? Блин. Самоуверенная, да ладно. А? Инферис передает привет мне. Спасибо, Инферис. Спасибо. Одиночка. Так вот где тут? Я что-то не могу. А, ну вот я одиночку выбрал. Выбрал. Нежданчик. Так, ну давайте пусть она будет, например, искусствоведом. Или гурманом. Веселый гений, романтик, холерик. А пусть она будет перфекционистом. Угрюмо ее надо сделать. А тут есть такое? Что-то задирит. Сейчас. Веселый романтик творит. А, вот, точно. Все. Сделаем. Элайза Ору передает привет Тимуру. Нет, стойте. А давайте мы его сделаем, знаете, что похудее. Ну, Таржи Пушир похудее. Вот так вот, да. Вот так больше похоже. О, отличный такой шот. Так, и сейчас Дифигарат передает привет Андрею, чтобы тот крякал получше любой утки. Все передают привет. Лолита, ну как ты догадался? Мы, конечно же, на поле чудес. Сейчас вот у нас будет сектор чит. Потому что мы сейчас должны въехать вот в этот бомжатский домик и Mother Lode писать. Так ведь? Так, друзья. Давайте, вы пока мне киньте в чат этот чит, а то я не... Лира, Софи, привет, да передам мне твой привет. Она сейчас в магазин, наверное, пошла. На улице такая прекрасная погода. Так, вот, Mother Lode, а что там надо нажать? Передаю привет. Элайза Ору передает привет беседы Левиафан Келзарин 18+. Это голос Дарины, вы слышали это? Ребята, куда водить-то? Я понял, Mother Lode, а водить-то Ctrl-C или что? А, да. Все, спасибо. Кел Домин предупреждает. А, ребята, кстати. Кстати, друзья, да. Сейчас мы через телефон въедем в другой дом, переместить семью. Этот, знаете, что вот я хочу вам сказать, да, по поводу iOS-версии? Ну, вот я все же воспользуюсь, так сказать, моментом и расскажу вам немножко. В общем, суть в том, что действительно Apple, у них вышли новые телефоны с новыми процессорами, с архитектурой 64 бита. И они требуют теперь, чтобы все проекты поддерживали их, которые выходят в App Store. Ну и, соответственно, Unity 3.5 не поддерживает их. То есть там 4.5 и выше поддерживает Unity. Ну и вот, и, соответственно, мы сейчас вот будем портировать. Мы уже с Иваном связались, он согласился за работу взяться. Мы сохраняем. Вот это отличный домик для Тары и Дарины. Ну, этот корет для Дарины, Тара тут так. Так, сохранить. Нет. Выйти в главное меню. Сохранить и выйти. Ну вот. Ну и, соответственно, мы вот сейчас портироваться будет движок. Ой, последние декады. И, соответственно,
Я надеюсь, что это принесет, во-первых, нам версию для Android наконец-то. И, может быть, даже для Windows Phone, и, скорее всего, будет лучше. Итак, мы сделали тару. Так, давайте. Ариночку. Так, давайте, кого следующего мы будем делать? Напомните мне, друзья. Кто у нас там следующий, а? Чат остановился. Друзья. Писклявень. Да, Дарина получилась Лолитава довольно писклявенькой. Кто у нас следует? Оливер? Нет, друзья. Никакого Оливера не будет. Спасибо тебе, пингвинкар. Желает он мне здравия. Во всей жизни желаю. Спасибо. Точно, давайте сделаем маму Оливера. Мне тут Элайза Ору предложил. Давайте, а? Давайте-ка мы сделаем мамочку. Сейчас я открою ее. Так. Так мы на 5 Unity и будем портировать, друзья. Харликины. И будем. Но дело в том, что это не так просто. Проект очень большой. И, к сожалению, нельзя просто вот открыть проект, да, в новом движке и все. Нет. Там у них изменился способ активации гейм-объектов. А это довольно серьезная работа, друзья. Серьезно. Так, я что-то... А, вот анимейшн. Нет, это не то. А, я вообще... Так. Dot Assets Images Animation Mother. Mother. Sexy Mother. Ну что ж. Делаем маму Оливера. И будет она у нас жить. Давайте вот в этом домике она и будет жить. Или здесь. Ну, мы сейчас всех, на самом деле, выселим, не волнуйтесь. Не, давайте мама Оливера... Слушайте, а может быть... Может быть, давайте сделаем семью Кристиана и маму Оливера. Давайте. Как вам такая идея? Представляете? Друзья, давайте. Единичка... Вы за это, двоечка, мама Оливера будет жить отдельно, и, может быть, Кел и мама Оливера, у них что-то получится. Давайте, единичка, мама с Кристианом живет, двоечка, она живет одна. Единичка, 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 давай, так. Ну, ребят, ну просто... Это будет просто... А я вот думал, такая прекрасная пара. Но им придется там аккуратнее, там тень есть, да? Так, ну, Кристиан, дружище, куда ты делал свой любимый прикид? Вот так вот. Так. Ну вот ты-то что? Стой. Мы же договорились. Ты тень. Так, и теперь мы добавляем к ним маму. Ну нет, это точно не она. Так, знаете что? Я сразу же хочу установить ей родственные связи. А Кристиан ее тогда будет супруг. Давайте. Джейс Доник, да, я читаю ваши мысли. Лайс, ту. Почему все пишут один? Видео дико не грузит. Не понимаю, что происходит. Лайза ту. Мы сейчас голосование. Будет ли Кристиан жить с мамой... Ой, будет ли мама Оливера жить одна или с Кристианом... с любовью, так сказать. Это же вообще... Это просто такой поворот, ребята. Такой поворот. Мне прямо самому этот фанфикшн нравится. Так, теперь мы будем делать мамочку. Для начала, конечно, ей надо... сделать ее шикарные волосы, вот эти вот, такие вот, у нее длинные такие волосы, вот такие вот, по-моему, да, вот-вот, у нее все же такие, да, у нее длинные, у нее до грудей, потом мамочка у нас худее гораздо, ведь так, чат, да, так, она у нас похудее, но не настолько. Ну, блин, вот эти всякие вот эти аксессуары мешают нам. Давайте мы пока все это уберем. Вот.
Так, а что у нее за... Господи, как убить-то это очки? Очки умрите. Ой. Ой. Ну, это точно не мама Оливера. Это азиаточка какая-то. Так. Господи, тут, оказывается, много вариантов этих волос есть. Так. Вот, смотрите, либо вот эти вот. А у нее, кстати, у нее вот такие вот, да, волосы, по-моему. Да? Ну, какие-то вот такие вот. Давайте, темнее или светлее, ребят? Ой, она беременна. Темнее или светлее? О, по-моему, вот прямо вот эти, да, вообще, по-моему, в точечку. Реально, слушайте, Sims, короче, взяли и поиграли нашу игру, Miraxis. Темнее? Так и куда темнее? Ну, это же и так темнее. Ну, в смысле, вот эти вот темнее, да? Ну вот, все. Так, давайте я сейчас для себя открою в отдельном окне маму, а то у меня тут все мелко очень. Так, подождите. А вы пока знаете, что скажите мне? Скажите мне... Что делать все глазами? Да, кольцо, конечно. Конечно, конечно, конечно. Сейчас. Вот, я для себя открыл гигантское изображение, чтобы просто вот... Ну вот мы маму создадим просто супер похожей. Это будет потрясающий мир Левиафана. Вот так. Так, ну да, у нее явно вот эти волосы светлее, и глаза у нее, знаете, у нее глаза все же не азиатские. Не азиатские. Не азиатские у нее глаза. У нее такие довольно, у нее большие выразительные глаза. Так, где тут такие? Так, да и нос. Так, у нее явно и лицо поуже. Так. Губы не уточкой. А, я думаю, это губы выбираю. Блин, что-то тут все так сложно, друзья, сложно так. Вот губы. А, да, давайте мы вот так боком чуть даже повернем, чтобы было прям похоже. Так, вот. А давайте я сейчас ее увеличу, чтобы понятно. Мы делаем ее лицо. Мы делаем ее лицо. Вам было видно. Блин, он дальше не хочет увеличивать. Ну, вот так. Андрей, выбери самые адекватные глаза и отредактируешь в режиме детального изменения. Да, я с тобой согласен, но я хочу начать с губ. С губ. С губ, с губ, с губ. Так. У меня, кстати, такое... Вот чем-то похожи губы. Давайте сейчас, давайте так глаза сейчас. Так, у него, по-моему, мордочка повытянутая. Нет, стоп. А как ей лицо вытянуть? У нее лицо, видите, по... У нее зайчи... Да нет, у нее зайчи губы вроде. Помаду не забудь, у нее скулы меньше. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, у нее скулы меньше. Не, давайте его лысый пока оставим, а то нам так тяжело. Какой-то чужой, блин. Так, нос у нее явно не такой картошкой. Да не, слушайте, вроде получается что-то похожее. Нажать на лоб. Нажать на лоб. О! Тимур, господи, да ты просто какой-то бог Sims. Ты их создавал, наверное. Все знает. И Лолита тут же. Ну, в носик, да, поменьше.
что... Господи, что-то она какая-то стрёмная получается. Ну что... Ну, ребят, губы не те, Элайза Ору. Ну вот я поменял губы. А давайте мы их помаду сделаем на губы. Так. Стойте, сейчас другой немного цвет. Слушайте, во, вообще цвет, по-моему, один в один. Брови у нее более светлые и густые, расположены чуть прямее. А, да, точно, точно. Да, да, да. Лолита, вы права, права, брови действительно у нее. Ну тут вообще какие-то прямо слишком густые. Кстати, ну вот вроде такие у нее брови. Ну. Как у меня прямо. Слишком на меня становится похоже. Скажут потом, все с меня рисовали. Мне вот эти брови кажутся подходящими. Слушайте, она такая прямо страстная такая женщина получается. Румяна на щеке, да, точно, у нее румяна на щеке есть. Румяна на щеке. Грим, подводка, глаза. А еще, кстати, да, у нее глаза такие, smokey eyes такие немного. Ой, ты жесть. Вот, вот, такие вот какие-то. Так, щеки. Ух ты, господи, что. Господи. Вот, слушайте, ребята, у нас реально... У нас получилось, друзья. У нас, по-моему, получилось. Знаете, по-моему, у нас получилось. Посветлее брови сделать? А, ну да, можно, можно. Типа, брови светлее чуть волос. Друзья, слушайте, по-моему, у нас получилось. Смотрите, какая кокеточка, а? Кожу, ну да, да, кожу. Мы еще кожу не трогали. Ну, Элайза Ор, мы уже сделали это. У меня просто, видите, у нас с вами чуть-чуть. Кстати, а вы знаете, что кожу-то светлее не сделать? Все? Но все равно, слушайте, по-моему, получилась такая, знаете, прям, какая-то такая кокеточка. Ну, такая женщина, женщина. Она больше всего похожа и Кристин. Ну, она вообще шикарно получилась. Шикарно. Теперь давайте, у нас по истории, вот все люди, которые одеваются вот так странно, как Дарина, это типа модники. То есть в нашем мире она была бы тоже модницей. О, прямо мать-исповедница. Что-то, знаете, или это хиллер какой-то. А, цвет глаз, кстати, вы правы, цвет глаз. Конь цвет глаз-то. Это у него карие. У него посветлее чуть-чуть глаза. Офигеть. Офигеть. Вообще, слушайте, это просто, просто шедевр. Это шедевр, вот G-Study говорит. Я согласен. Не, про кольца... Ну, давайте сразу же про кольца, чтобы вы перестали беспокоиться. Конечно же, у нее есть... Кольцо на правой руке. На правой руке. Браслеты, кольца. А он знает, в какую руку хочу? Так, у нее такое с камешком. Нет, не такое. Так, а почему? Почему он на ту руку-то надевает, если хочу на эту? Так, Тимур.
Помимо локации, представляет ли нам HD-версию? Помимо локации, предоставит ли нам HD-версию персонажа? Да, Евгений, мы выложим. Мы будем выкладывать сначала локации, а потом будем вам выдавать спрайты персонажа. Представляете, вы сможете сделать свои ВНки на основе наших спрайтов. Только мы подумаем о том, как это сделать. То есть, скорее всего, вам надо будет как-то помечать, что это сделано на основе, вот, это, что это фанфикшн, это важный момент, потому что, ну, мы не хотим, чтобы была такая путаница между, лицензионным и нелицензионным, что нельзя на этом зарабатывать будет денег, вы должны указать, что это фанфикшн, что это сделано на основе вот игры Левиафан последние декады, нельзя на этом зарабатывать денег, и вы должны вот это указать, и тогда можете делать даже свои визуальные какие-то фанфикшн-новеллы. На правую руку только одно кольцо. Так что, его что ли оставим? А давайте мы его сделаем вот. Давайте его оставим, чтобы было по канону, знаете? Да, Тимур. Мы ждем от тебя мини-игру. Это будет реально, мне кажется, такие у вас будут шикарные. Если вы такие арты рисуете, то что будет, когда мы вам дадим спрайт, и вы сможете делать свои венки? Там вообще, мне кажется, будет потрясающая вещь. Надеюсь, выходить потрясающие вещи будут. Так, давайте да, сначала мы с платьем разберемся. Грудь у него поменьше. Да, я соглашусь. Грудь у него поменьше. Так, давайте теперь по поводу платья. Так, такое что ли? Нет. Слушайте, она такая крутая получилась, я прямо... Я прям в шоке. Слушайте, у нее платье как бы в пол. Слушайте, вот она в таком платье будет ходить, представляете, как красиво. А можно сверху на платье накинуть что-нибудь, типа жилеточку какую-нибудь, Тимур? Нет, сразу же раздеваемся, да, мы. То есть, если хочешь платье, то вот только платье. Ребят, вот кто за это платье, знаете, какого? Ну, вот этого как раз цвета, очень похоже на нее. Вообще она шикарная получилась. Дарья Киржакова тоже. Ой, я чувствую, там будут фанфики у Келлы Пылесос. Новелла с Келлом Ви. Я с вами хочу. Элайза Уорру тоже Дарья подсоединяется, это вообще будет. Или пусть у нее Кел будет любовником, говорит Мицукуни-кун. Хакири-кун, длинное платье персиковое. Так вот, это же оно, я правильно понимаю? Красное платье – это мое платье. Машка Лавермх. Явная новелла. Оливер выбирает между Келлом, Квинси и Профусом. Tough choice. Все идеально, все согласны. Но она же у нас не босиком ходит. А зато я знаю, какие мы дадим... Нет, явно не в этих сапогах. Мы дадим на каблучках. Знаете что? Знаете, я вот на самом деле люблю вот простые вот такие вот какие-то классические такой вариант, что ли. Хотя вот у нее платье такое, оно летнее на самом деле. И тут нужно какое-то вот такое, вот балеточки. Нет. Нет, все же тут нужно. Во. Нужно что-то такое летнее, понимаете? Такое вот легкое такое. Мне кажется, вот я выбрал ей обувь. Так. Давай мне ссылку на твою страницу. Я тебе напишу, говорит Дарья. Оно пойдет, но сделай персикового цвета. Такая это какой цвет? Это же вроде персиковый. Это же персиковый, друзья.
А Лайза тут, то чувство, когда тоже хочешь сделать что-нибудь, замутить вроде нового, но ничего не умеешь. А Лайза, не переживай, мы все когда-то чего-то не умели. Все получится, главное было бы желание. Может, балетки? Ну, знаете еще, вот Харли Кин мне не нравится, что вот балетки, они как бы... Там получается такая ситуация, что... Ну, вот длинное платье, и балетки, они укорачивают ее сразу же рост, потому что, ну, они сразу же опускают, как-то это не очень красиво смотрит. Она легкая женщина налегке, говорит, Хакири-кун. Руки чешутся написать что-нибудь, это так прекрасно, так прекрасно. Верните желтые туфли, Анастасия Тария. Лето на каблуках тяжело, так поэтому я сделал, вот я не знаю, как это хиарата, короче, называется, но, в общем, это типа легче ходить, потому что не каблуки, но при этом есть платформа. Это не персиковый, это розовый, это розовый. Друзья, давайте, ну-ка, дайте обновлюсь, а то что-то у меня задержка такая странная. Сейчас грузит. Это платформа, да, это платформа называется. Платье отлично, оставь. Так, а какие тут, подождите, еще цвета есть? Такой. Блин, ну и так светлый хорошо, так светлый. Блин, и вообще, ребята, и светлый, и потрясающе. Посмотрите, как шикарно вообще. Как шикарно. Слушайте, нет, давайте светлое, я не могу. Я хочется вот ей такое светлое платье. Настолько оно красивое. И цвет ей надо поменять. Ну, посмотрите, насколько я хорошо светлый. Так, а какой еще? Еще. Вот это тоже потрясающе. И вот это. Не, давайте, слушайте, все, вы извините, но... Я хочу ей светлое платье. Больно хорошо. Настолько она хороша, да. Шикарно просто. Шикарная женщина. Все, мы оставляем белая Анастасия Терека. Нет. Ну нет. Вот ей, понимаете, у нее такое летнее платье. Я не представляю ее в туфлях. Итак. Все. Имя. О, господи. Друзья, это как маму Оливера зовут. Шерис ее зовут. Шерис. Так, я сейчас посмотрю, как это пишется правильно, а то будет неловко, знаете, names. Господи, почему? Names. Шерис. А, блин, ее в именах-то нету, она же это, того. Ну давайте, я напишу сейчас Шерис, а вы мне в чат напишите, как это правильно пишется, если не так. Шерис, и фамилия у него будет Вертран. Нет, а тогда она Орвуд. Шерис Орвуд. Так, давайте мы еще раз отметим, что это супруг Кристиан Орвуд. Лекса! Борнаду! Ефитаме! Брашу Мануба! Притагатарма! Афоризма! Вот такой голос у нее. Шерис. Через Е. А я как написал? Шерис. Все верно. Так, знаете, я знаю зато главное. Где тут психопатка? Да, и так у нее будет дурной нрав. Она будет... сейчас. На неприроду спорт состояние творчества. Любовь. Семья. Нет, у нее будет дурной нрав. Она будет большой бедокур. И она будет психопатка. Где тут? Вот, безумные. Так. Она будет... у нее вот есть, кстати, приступы аутизма, да. Так, угрюмая. Лежебока. Блин, Кристину, короче, вообще повезло. Просто... А, не, давайте, она будет против детей. Суприм? Так, ну ладно, давайте... Кто-то там говорит поярче попробовать. О, во, давайте здесь на красный Тимур подсказал. Мне нравится эта мысль.
такое платье и дурной нрав у меня не укладывается. Вот, Лолита, бывают такие женщины? Бывает. Белый свон. Ну вот, короче, бедный Кристиан. Бедный Кристиан. Так. Они теперь вместе? Ну да, они теперь вместе. Посмотрите, вообще шикарная семья. Просто посмотрите, это какой-то, знаете, этот, есть такой, как его... Блин, они реально так круто смотрятся здесь. Это такой этот Intouchables про вот этого богатого мужчину, с которым афроамериканец сидел, и они там кайфовали. Да, доктор Плейк, привет. Я правильно сказал, да, всё? Ты мой сахарный пончик, я тебя не трону, Дарья говорит. Так, да, конечно, не тронет, конечно, не кронет. Так, кто у нас остался? Давайте, мы Шерри сделали. Кто у нас еще остался? История Симс, как будто Шерри была против детей и так и не родила Оливера. Так нет, она просто их не любит. Вы же видели, она не сильно обращает внимание на детей и так далее. Да, привет, привет. Рад, что Артем Козловский согласен с Шерри. Он тоже не любит детей. Ну что ж, Артем, не будет у нас детей тогда. У Шерри там гаремчик, прям можно замутить любовный треугольничек. Так, вот, Хиш. Кстати, да, давайте Хиш сделаем. Хиш, Хиш, Хиш. Хиш у нас будет жить... А давайте она будет жить вот тут вот. Она будет жить просто... Просто. А, Крейс, Эдна и Хиш. А давайте... Слушайте, а давайте Крейс и Эдну сделаем вместе. Да не волнуйся, Инферис, у меня есть тут чай. Знаете, кстати, что за чай? Это... Вы пока голосуйте. В общем так, единица мы делаем сейчас. Эдна и Крейс будут жить вместе. Двойка, они будут отдельно жить. Итак, это чай, Иван-чай. Значит, и, в общем, это просто Иван-чай, короче. Ручной работы, между прочим. И вы знаете, что... вот этот чай, там, ну, траву вот эту собирают, сушат, там всякие процедуры с ней проводят. Так вот, если ее просто после сушки заварить, ни хрена не будет. Для того, чтобы она именно превратилась в чай, ее надо этот... Его надо поломать. Поломать. И его удобнее всего ломать этой мясорубкой. Да, давайте... кофейку там сделать себе, да, а сейчас мы будем делать семью учителя Оливера. Так, начнем мы с... Давайте с него начнем. Пау. Это я, Качебс. Такой он хипстер какой-то. Так, он у нас будет профессором. Давайте сразу же мы его оденем. А, давайте сейчас сначала мы с ним сменим картинку. Так. Мама, прощай. Так. Крейс. Профессор Крейс. Так. Профессор Крейс. Так, давайте вот это все сдвинем, а то мне тут выползает у меня. Так, ну что ж. Во-первых, мне кажется, он будет ходить в костюме, если честно. Он будет ходить в костюме сюда, нет. Where's the frame? О, смотрите, как мы быстренько к нему костюмчик подобрали. Так, теперь давайте с лицом. Надеюсь, у нее будет... Тут есть такая крутая прическа. Опаньки, есть. Есть, а по длине нет такой? Блин, нету. Ну ладно, ничего страшного. Так, у него довольно хорошо сохранились волосы.
Так, Евгений спрашивает, что там с магазином Lostwood, откроется ли? И второй вопрос, если допишем кодекс дознавательного ордера, выпустим ли его в продажу? Если мы допишем кодекс... Этот, Евгений, ну мы сейчас думаем насчет магазина, мы вот сейчас, ну, сначала посмотрим, насколько качественные получатся призы, то есть мы хотим сделать их максимально качественными. Если реально это будут очень крутые футболы, которые мне самому захочется покупать, то тогда мы будем выпускать. Просто нужно что-то крутое. Я сам очень люблю всю эту коллекционку и сам бы себе бы сделал бы. Да, волосы мы сделаем у коричневого, конечно, Тимур. Так, потемнее, у него коричневые темные такие. Коричневые темные. Сейчас я тоже себе открою, подождите, отдельно. Ай, меня комарик кусил. Ненавижу комаров. Так, ой, я что-то профс нечаянно открыл. Так, ну да, у него на самом деле темные такие волосы. А вот тут нету таких темных, как бы... А, вот они, темные сединой. Вот у него такие. Вы знаете, только я чего хочу попасть в футболки? Я не хочу белые футболки. Потому что вот белые футболки, они, их, на них как бы круто все печатается, конечно, но реально их никто не носит. А именно, а мне кажется, у него все же, видите, у него все же, по-моему, темные такие. У него именно не коричневые, у него темно-темно-коричневые, так что, мне кажется, темные лучше подходят. Так, давайте сейчас сразу же бороду уберу. Так, а как ты, Тимур, ну-ка расскажи нам еще раз, как нам... А, в особенности кожи. Так. Блядь, комары кусают. Ай, ай, ай. Ну, этого точно у него нет. Тоже у него нет. Тоже у него нет. Этого тоже у него нет. Ну все, мы сделаем максимально морщинистое лицо. Оно у него вытянуто очень сильно. И вытянутое. А как ему сделать вот эти вот торчащие зубы? У него такие злые глаза. О, у него такие густые шикарные брови. Просто шикарнейшие брови. Такие... Квартиры меня жрут, ребята, спасите, бросайте меня. Так, блин, тут нету таких густых бровей, что прям вот. Тимур, за какую цену? Ну, мы еще не знаем, да. Мы сначала давайте сначала сделаем их круто. А, но черный летом это на вариант, это не вариант, наверное. Анастасия говорит. Челюсть сделай ближе к шее. Да, это, кстати, верно. Похоже, по-моему, ребят. Так надо округлые губы. Сейчас. Блин, а тут не... Ну ладно. И глазки нужны. Недовольно прищурившиеся. Давайте мы фиганем очки, так будет сразу же легче. Так, очки. Круглые тут есть такие, максимально круглые. Опа. Ну вот, вроде похоже. А тут цвет линз не поменяет, да, скорее всего? Ну да. Так, сейчас чатик. Губы пухлые.
и ровные, сделай их длиннее, грустненький. Ну да, он грустненький. Можешь же губы побольше, а верхнюю совсем не на минимал. Блин, у вас такие запросы, ребят, вообще реквест, как люди гроза в режиме детального изменения, вытянуть и нижнее, верхнее, не века. Моего кота бомбит. Так, ладно, давайте действительно попробуем, вот как вы сказали. Блин, так у него не пухлые губы-то, не пухлые. Не пухлые. Ровные, вот это же ровные, да, губы? А, ровные, в смысле, вот, такие ровные. Вообще тут они не опускаются. А, их в режиме детального, наверное, изменения можно. Давайте там сейчас очки выключим. И глаза. Не, у нее такой прищур, как бы такой, типа. Че? Господи, какой он печальный. И большой шнобель такой. Так, а как... Тут... Чи. Ну как-то. Ну как? Ну вроде похож. Сейчас мы очки сделаем, чтобы быстрее скрыть позор. Ну. Как вам наш профессор Крейс? Вот он улыбается. Давайте его сразу злым сделаем. Но у него, конечно, есть знания. Человек эпохи возрождения, мозговой чудак. Персонаж хочет хорошо разбираться во всех областях. Мозговой чудак, этот персонаж может, хочет быть начитанным и мастером на все руки. А в чем разница? Ну, давай будь бы человек эпохи возрождения. Лиза говорит: Андрей, если бы вы решили устроить сходку любителей левой, и к вам подошел мальчик, девочка лет 10-14, и сказал, что она обожает левую, ваши действия, эмоции, или что бы вы сказали ребенку, немного упоролась. Ну, я бы сказал, спасибо большое, я очень рад, что ты оценил нашу игру, но вообще наша игра для людей 18+. Ну вот. А так, спасибо, мне очень приятно, мне очень приятно. Вот я же сказал. Конечно, мне было бы приятно. Мне было бы интересно, чем ему понравился, чем не понравилось. Поговорить с ним. Конечно, всегда интересно узнать ваше мнение. Так, он, конечно же, у нас гений. Он у нас книжный червь. Он у нас... Злой. The rooster tay! А, крылья носа подними, кстати, да. Хороший день. Сейчас мы ему. Оп. Так, еще какие-нибудь есть пожелания? Чат всем тихо, вопросы Лиры уезжают. А что за вопросы Лиры? А, так я ответил на них. А, может свет включить? Блин, у меня комары едят. Я в ролку полевую хочу. А ты бы видела маму, ты бы видела маму. А что там от света побольше включить? А то что-то... О, ты бы видела маму. И мы, смотрите, покажем маму сейчас, которую мы сделаем. Почему Крейс не упоминается в 5-м эпизоде? В предпоследнем моменте, 4-м эпизоде, говорят про его смерть. Ну, наверное, поэтому не упоминается. А, мне кажется, тут не особо все 18+. Лолита, а у нас написано, что все 18+. Ризл Снейк. Игра людей 18+, которые нет ничего 18+, только 16+. Ризл Снейк. Шейк. Понимаешь, я вот этот 18+, мы поставили, чтобы делать все, что мы хотим. Нос сделайте пухлее. Какой-то живенький получается. Ну да. Подожди, доктор Пла. Доктор Плейк. Тебя с ролевки прогнали? Нехорошо, нехорошо.
Так, а давайте, знаете что? София, тебе Джейстоник передает привет. Привет, Джейстоник. Тебе привет тоже от них. Раптор нам в помощь. А это реклама. Так, я думаю, знаете, он как весь, как все старики ходят, конечно же, в тапочках. Не, ладно, давайте мы ему кастомный костюм сделаем. Так. И верх какой-нибудь, знаете, Soba? Такой шикарненький такой. Нет, не свитер. Барб. А есть другой цвет? А с белым? О! Смотрите, как прям это, прям как на картинке. Прям как в картинке женишок-то. Он какой-то, да, получился совершенно другой по характеру. То есть Крейс такой, как бы, такой строгий преподаватель, старенький. Немного уже такой уставший. А тут этот вообще какой-то бодряк парень. А, доктор Плэк, я хотел своего перса сделать убийцей, чтобы в ролке веселее было. Так, понимаешь, ты же начнешь сам убивать и всем портить игру. И либо надо убивать было, а не игроков. Хакири-кун передает привет Софии. Тебе тоже привет от Софии. Привет, привет. Я вступал. Ну, Крейс же вообще не... Так он не злой, нет. Ну вот, все, Крейс у нас, в общем, готов. Теперь давайте... так. Крейс... Кстати, а кто-нибудь знает его фамилию? Профессор Крейс. Слушайте, надо сценарий спросить по фамилию. Он говорил... Давайте, ребят, кто-нибудь знает его фамилию? Так я и не буду бить чужих, я даже не начинал играть, там проблемы с анкетой. А, понятно. Так, ладно, я тогда, знаете, сейчас ему какое... Я назову его проф пока что, а потом мы у Райнера выясним. Выясним его настоящее. Нет, нет, это не конец. И мы сделаем ему Эдночку. Это будет супруга. Старенькая. Ура! Что-то говорит, как мужик. Так, а профессор, мы свободны. И мы сейчас... Добавим Эдночку. А жалко, нельзя тут сделать летающую голову. Или типа тело убрать ей. Ты понимаешь, Эдна же, она тоже... Эдна, она без... это... Бесфамильная, она просто Людин. Эдна, Эдна, Эдна. Варгуль ты наш. Эдночка. Вот и все, Эдну сделали. Так. Итак, мы делаем, значит... Итак, мы делаем, значит, Эдну. Сейчас я тоже для себя открою. В зеркало посмотрюсь. Так. Он сказал, нет, мы не сможем больше изменить ему фамилию, если будет ошибка. Ха-ха, офигенная. Так. Так, так, так. Тень будет. Так, сейчас я тут забаню человечка. Блин. Так, значит, Эдна, 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 Эдна. Так, а чё, а пусть у него будет такое тело, действительно? Мы просто лицо сделаем.
Так, волосы. У него, кстати, вот стрижки были вот эти вот палочки. Как это называется, София? Какие палочки? Ну, такие японские какие-то. Я не знаю. Ну, вот эти палочки такие, знаешь, волосы вставляются. Ты не знаешь, как эти палочки называются? Ребят. А? Ой. Нет, я имею в виду этот, ну, вы, ребят, ну, такие, знаете, которые в волосы вставляются? Знаете? Держись, одна, держись. Блин, да тут что, нет, что ли, такой прически с палочками? Ну так вы знаете, так скажите, как они называются? Ну палочки, фиг с ними. Да, мы из тени синюю сделаем попозже, сейчас я палочки эти найду дурацкие. Ну у него, короче, в волосах палочки такие. Вот, типа такой, только с палочками. Держись, одна. Шишка, а палочками закрепляет их. А, это тупо шишка, а палочками... Они называются хаси. Мне тут подсказывает Элайза Ору. Бицеко называется. Так, хаси или бицеко? О, ты маса? Ника? Японский говорит Тойото. У вас такая большая пеница? Знаете, откуда это? Так, ну, давайте одну такую оставим. Давайте не будем ничего придумывать. Привет, меня зовут Эдна. Безродная. А то мы так 100 лет будем этот город заселять, друзья. 100 лет просто. Ну, прикидик такой и оставим. Посмотрите прическу с головным... Вот просто у него именно вот это вот характерное... Головные уборы. Ну да. Нет, тут нет палочек. Господи, что за жизнь? Что за жизнь? Как они без этих палочек живут? Я не понимаю. Выбрать стиль походки? Как это сделать? Так, давайте сделаем Эдну. Эдна, она... Давайте у него будет счастливая семья или любовь. Вот как бы, что бы сделать-то лучше, друзья? Кристалл под именем. Ого, что тут есть? Ага. Ничего себе. Ага. Класс, так мы все можем сейчас сделать, походу. Блин, ребята, тут сколько выбора-то? Мне кажется, у него такая походка. Да, любовь ей сделаем, любовь. Тут я за любовь голосует. Любовь. Она будет у нас родственная душа. Что это значит? Занис. Очаровательные персонажи, успешнее других в романтических делах. Ну, конечно, это же Эдночка наша. Она задира, злая и хулиганка. Где тут? А, она практична, но она всегда очень практична. Ага. Ой, какие они милахи. Так, давайте Крейзи тоже сделаем походку. У него-то я знаю, у него вот... Вот такая будет у него походка. Так, вообще, слушайте. Прекрасная семья профессоров. Переезжаем, да.
Ой, вы там, давайте мы их выселим. Не, давайте так, мы сейчас их переедем в этот в другой дом, а то все же мы в том участке, они живут. Так, давайте пока, кто следующий, кто у нас следующий, кто у нас там остался? А мы сейчас тебе маму покажем. Давайте. Сейчас. Ну вот выселим вот этих вот муравьев. Выселить. Мебелью. Без мебели. Все. Так, а сейчас хиш, да. Ну давайте хиш следующий. А мы еще покажем Софии маму. Сейчас. Сейчас. Так, София, иди сюда. Пип-пип-пип, чтобы тебя видели. Так, сейчас. Вот, смотри, вот. Так. А где у нас... Мы решили, что мама Оливера живет с... Орвудом. Прикинь. Вот, который с оленем. Ага. И что у них там? Вот, говорит, сейчас тебе покажем, смотри. Смотри, какая мамочка. О, очень красивая, она такая женственная и грациозная. Кто платье создавал? Я выбирал. Ой, молодец. И чатик мне чуть-чуть помогал. Мне там Тимур помогал. Молодцы, а давайте друзья. Сделаем ей такую... Очень красивую. Ну, зачем же ты? Вот такую вот ей походку сделаем. Сделай ее грациозно. О. Вот. Вот это. Давайте тут всем. И тень, и кожу заодно сделаем синюю. А это кто такой? Это тень. Понятно. Подожди, а почему мне не дают менять цвет кожи? Вот тут все привет. Вот Анна Навал передает привет. Лолита София такая лапка. Спасибо. Так, ребята, что, я не могу менять, что ли, его уже? Все? Все? Давайте мы его тогда удалим. Сделаем еще одну тень. Из генома Кристиана. И Шерри. Нет, ладно. Так. Нибахаба, уфра. Да, может быть, я кого-то и банила. А может быть, и модераторы банили. Евгения, она забанила. Но если это Евгений... Этот кто? Сейчас. И Самур Альтмер, это Евгений, да. А, привет, Евгений. Да ну, у него черная, скорее всего. Он похож на аватара. Сейчас мы его разденем догола. Бедненький. Так, а можем трусики другие выбрать? А, ну вот. Да, ну, ребят, черный или синий? Вот давайте я вам сейчас черный еще покажу. Такая или такая? Давайте. Один за синий, а два за черный. Семья уродов, усатый садист, негр и красотка. Прям актерский состав для порнофильма. Да, и на Джина тоже похож, действительно. Заладина. Синий, я тоже за синий. Синий. А что там один это синий? Один, типа, первый вариант. А какой из них первый? Я уже запутался. Пишите словами, а то не понятно. Да, давайте пишите, черный или синий. А то совсем обленились. Эти цифры вижу. Давайте, черный или синий? Синий, синий. Синий, иний. А кстати, Софию слышно? Скажи что-нибудь.
Слышно меня? Давай этот синий Зафир. Ну синий, ладно, синий так синий. А Зафир слышно? Мы можем просто включить микрофон с вебки. Господи, эти все про синий. Все синий. Все написано, что тебя слышно. Класс. Так, тень Орвуда. Тень Орвуд. Давайте ее сделаем, кстати, этим. Орвуд это будет ее отец. Так, и. Ладно, чуть стой. Скимбо Юнабла. Ха! Уверенная походка тени. Так, мы ее сделаем. Что же у нее там было-то? Ну пусть будет. Природу, может быть, или деревья там, да? Нет, нет. Творчество, знание, еда, Давайте просто дурной нрав. Враг народа. Ну, конечно, это же тень. Сделаем ее задирой, злой. Безумный. Это наша тень. Мицукури-кун, пора кланяться Леголасу. Не знаю, что это значит, но передавай ему привет. Так. Итак, новая семья Орвудов есть. Все, остается Хиш. Хиш у нас будет жить тут. И все, да, насколько я понимаю? Скинбо Чорм. Так. Хиш это у нас женщина. Протопраймал. А, давайте я сначала вам покажу вот это. Тут я тут. Тут Эдна летает. А это кто? Это мы делать сейчас будем Хиш. Я сейчас его. Хиса. Так, она анхуринг, вот, нормал блинк, вот. Марка сделай, говорят. Ой, блин, как не тут двину. Нет, нет. Ну, может быть, ну хорошо, давайте мы сделаем и позовем его на стрим. Так, слушайте, так смотрите, прическа вообще. Тут реально Sims с нас все делали, срисовывали, так сказать. Зелененькая такая. Подождите, почему нельзя сделать на основании что-то. Почему-то я делал, когда зеленый, они получаются полностью. А, тут нижний. Так. Может, вы еще сделаете Джинни и поселите ее Шерис и Кристина? Можно. 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 Вы давно хотите Марка, да? Да и в разных понятиях. Но это все вопросы к Марку. Я-то тут еще при чем. Так. Грудь побольше. Все разденем. О, давайте она будет у нас с татухами такая, bad girl. Live fast, die young, do it, girl. Что-то такое, не? Не знаю. Тут в Симсах, короче, что не делай, всегда красавцы какие-то получаются. Нет. Нет, якорь нет. О, давайте вот что-нибудь. Вообще делал, мне реально крутые татухи. Ой, где там птичка как раз. О, вообще. Пусть она у нас реально такая будет оторва. Светлая кожа. Пау. И давайте купальник под дичей сделаем. Да вообще протоправильно не носит купальник.
такой вот. А, или мы уже нас. Мы что-то повторяемся, по-моему, было у нас белое такое. Давайте, она будет любить все яркое. Ну, у нас уже была Дарина. Ну, давайте тогда какой-нибудь цвет ей. Синий там, я не знаю. Синий либо фиолетовый. Давайте синий в цвет вот этих нижних, нижней части. Так, где у нас трусики? Ну, ты вообще стилист просто. Так, да. Элла Сакура из пятого элемента. Еще можешь создать семью разработчиков. Нет, Лазор, это... У нас нет семьи. У нас есть только работа. Даже семья — это работа. Кто вообще додумался у себя на теле рисовать? Хиш? То чувство красивее тебя. Да, то чувство, когда в персонаж. Я это так часто чувствую, не волнуйся. Так, ей нужно еще бижутерия. Бижутерия, много аксессуаров. Кольца, перчатки, леггинсы. А где тут на шее что-нибудь? Тимур, выручай. А где реально на шее? Я что-то не понимаю. Браслеты. Это браслеты, это перчатки, это кольца, это леггинсы. Носки. Так, давайте его переоденем. Дело в том, что, смотрите, у нас протопраймалы, у них такая немного мусульманский стайлак. То есть они, ну, у них вот, они любят укутаться и так далее. Соответственно, нам нужно что-то вот тоже. Тут есть такое вот? Что-то такое вот закрытое полностью. Так, давайте посмотрим, что там есть вообще из главных уборов. Что-то, какой-то вот худи такой. Ну, есть именно, которые закрытые. Закрыт полностью, ну, с этим, с капюшоном, короче говоря. На голову кликни, кликнул. А, вот. Ага. Ага. Пусть она будет в кепке. И в закрытом платье таком. Ланнистеры. Не, вряд ли. Она из этих. Она из кланы протопраймалов, которые не хищники. Ну, травоядные, то есть. Соответственно, у нее не вряд ли будет лев и что-нибудь такое. Для них все же это враги. Так, и нужно что-то вот такое длинное. Балахонистое такое немного. Вот типа такого. Ну вот, коричневый, да. Вот такая у нас хищ получается. Нет, так понимаешь, Инферис, представляешь, там нет одежды в капюшоне. А, да, точно, Лолита, она сделала себе гигантские глаза. Вы знаете, я, наверное, куплю все дополнения Sims, чтобы у нас были возможности бесконечные. Огромные глаза. Да, они у него при том огромные такие, что даже это... Так, и брови у него, кстати, выразительные. Такие. Тонкие, выразительные. Темные. Блин, комары меня кусают, друзья. Главное, сами сбегите, спасайтесь. Так, и губы. У них, кстати, они, по-моему, накрашены такие чуть-чуть.
настолько, но что-нибудь телесное такое. Вот типа такие. Так. Кепку не надо. Спокойной ночи, Джесс Тоник. Я тоже думаю, скоро мы уже заканчиваем. Зрачок на весь глаз, почти глаза темного цвета. Очень красиво, однако. Так, а вот знаете, а как это сделать-то, друзья? Как мне этот значок, зрачок-то? А, во. Нихера себе, что она умеет. И у нее, по-моему, желтые они. Ну ладно, тут такого желтого нет, пусть будет зеленый-то. Офигеть. Крутая тема. Так, да, Тимур, мы уже увеличили. Убирать подбородок. Да, ты прав, Тимур. Ты прав, как всегда. Тимур тут главный гуру Симса. У него есть маленькие помощники. Ну, кстати, ничего такая получается. Так, немного подбородок выше нужно делать. Брови темнее, лучше будет, если кепку убрать, я надеюсь, что-нибудь другое. Так нет ничего другого, друзья. О, можно с перышком, Слышите, она же птичка. С перышком. Вообще шикарно. Вообще круто. С перышком, шляпку. Так, немного подбородок выше нужно делать. Брови темнее, лучше. Так они и так у нас темные. Так вот, я надел что-нибудь другое. Выпрями ее осанку. Господи, тут такое даже можно. Как это сделать-то? Как сделать-то? Как ее? Так что ли? Нет, доктор Плейк, мы не можем ее без головного убора, потому что она типа... Она... Господи, она протопраймал, а у них такой мусульманский стиль. То есть они стараются как можно больше закрываться как раз-таки. Особенно в столице, где их могут принять за монстров или еще что-нибудь такое. Где плечи нажми, потяни наверх. Так я, значит, это уже сделал. Вот когда вот такое, да, появляется. Типа хоп, хоп. И грудь начи поменьше. Так, побольше стопы сделать. Типа как у птички. Так, ну все. Привет, меня зовут Хиш. Я сейчас зайду в нашу Википедию внутреннюю и вспомню, какие протопраймалы как называются. Мы ее назовем в честь, собственно говоря, ее клана. Протопраймалс. А, карво это хищный народ. Гербиво травоядный. Гербиво. Она будет Хиш Гербиво. Так, она у нас будет любить природу, конечно же. Независимый ботаник. Куратор. Это просто все, что есть в этом мире. Конечно, она куратор. Вы вспомните, да, что у нее? Она... О, господи. Любит природу. Чистолюбива. И она, конечно же, она дружелюбна, но она находится в, так сказать, ну, в тяжелом городе. В том плане, что
Она там протопраймал на личке. Она как птичка на группе. На борф мокоза. Что-то не похоже. Это гамп шлоу. Не, надо будет просто ходить. Так. Хижгер Бива готова. Безумная фотография. Да, я заметно подустал. Все, переезжаем. Ребят, мы всех персонажей сделали. Вроде бы, да. И мы начинаем заканчивать стрим. Голос можно поменять, сделав мелодичным. А я сделал по максимуму мелодичным. Просто по максимуму. Друзья, да, мы сделали всех персонажей. Мы сейчас давайте выселим всех сначала. Выселить семью. Всех лишних. Давай. Прощайте. Бездомные теперь. Готы тоже выселяем. Друзья навек выселяем. Ну все, теперь это наш город, и мы его доим. Джинни Марк, эх, заканчиваем, готов не надо, Марк позвать обещал. Так, ну все, давайте мы на следующий стрим позовем Марка и будем расспрашивать про его личностные особенности. Сейчас мы сохраним все это дело. И, друзья, и начинаем мы прощаться с вами, прощаться. И сейчас я, как обычно, включу грустную музыку. Друзья, мы с вами прощаемся. Спасибо всем большое за стрим. То, что вы... Ой, тут спойлеры. Надо закрывать их. Спасибо, что вы были со мной. Что мы провели этот замечательный вечер вместе. Спасибо за все ваши советы. Спасибо вам. Спасибо. Вы скрасили мой вечер. Мне вот очень неудобно, конечно, так получилось с версией для iOS, но, к сожалению, мы тут не виноваты, и это жесткое требование компании Apple. Но мы обязательно это исправим, и вам будет даже лучше. И мы сейчас вот работаем уже над следующей игрой, и... Это будет продолжение истории, вы увидите знакомых вам героев. Скоро вы увидите анонс. Ждите, друзья. И вы узнаете, мы уже скоро анонсируем. Я уверен, вас завлекут новые персонажи. Что случилось со старыми. Все будет. До свидания, Лайза. До свидания, Элена Рейнер. Блэк. Доктор Блэкнер. Чумной доктор. Для вас работал Андрей Князев, Lawsuit Games, Leviathan, The Last Day of the Decade. Прощайте. Спокойной ночи. Прощайте.